Секрет вам открою, она совершенно бесплатная. Бесплатная? Мы переезжаем! Мы переезжаем! Ученикам за то, что они там. Да что ты делаешь, чувак? Блять, точно. Материться же нельзя, да? Moikka kaikille, minä olen Kirill. Tänään me ollaan Moskovassa, vitsi, 3 päivää ennen uutta vuotta. Se on oikeesti hieno juttu. Tänään me kuvataan, mitä venäläiset tietää Suomesta ja suomalaisista osa 2 Moskovassa. Viimeinen osa oli Pietarissa, niin tää on sitten vähän erikoisempi. Mennään nyt kattoo. Minkä värinen Suomen lippu on? Какого цвета? Ооо! Пусть будет фиолетовый, там есть, нет? Фиолетовый есть? Два. Зеленый, синий, белый какой-нибудь. Красный. Смотри, зеленый, допустим. Зеленый? Просто зеленый и все? Нет. И оранжевый. Честное слово, не знаю. А можно в интернете забить? Я можно пока не снимать. Не знаю, на какой, наверное, зеленый. Красный. Зеленый и красный. Как у Португалии? Ну, белый есть, ну, синим. Как и крест. Синий, белый. Синий с белым. Белый, синий. Белый, синий. Крест. Ну, ребята опытные мы. Все правильно. Географы. Onko sellainen kaupunki kuin Nokia olemassa? Nokia? Да. Nokia. Блин. Я думаю, нет. Ну, если даже так город называть, то это не значит, что там делают телефоны Nokia. Конечно, то есть, прятки делают? Конечно, нет. Думаю, нет. Правда или нет? Нет, по-моему. Nokia? Нет. Это неправда. Неправда? Нет. А почему? Не знаю. Это фирма. Мне кажется, нет. Нет. Нет такого. Никогда не слышала, нет. Я тоже не слышала. Не знаю. Вообще не знаю. Я думаю, что это чистая правда. Что там делают? Делают, живут люди, во-первых. Работают на работах, зарабатывают деньги, получают пенсии, встречаются, занимаются любовью, снимают квартиры, приезжают в гости. Eli kukaan ei tiennyt, että Nokia on olemassa, ja täältä näyttää ihmisten reaktiot, kun mä kerron siitä heille. Делают на самом деле телефон Nokia. Правда? Да? Серьезно? Да. Это полная правда. Серьезно? Да. Это не шутки. Там телефоны продают. Hei, itse asiassa nämä jätkät ovat äsken tilanneet tämän kanavan. Hei, he ovat niin iloisia siitä, niin säkin voit tehdä noin. Paina se punainen nappi ja ota se haltuun, niin hekin ovat sitten onnellisia. Onko totta, että Suomessa on yli 3 miljoonaa saunaa? Ну, я знаю, что в Финляндии очень много саун, и мы с вами тоже были в сауне. А, знаете, на берегу Финского залива, так, Лёйли, или как называется, знаете, нет? Вот в этой сауне были, вообще супер. Может быть, там очень любят сауну. Любят мыться, греться, там же холодно. Не знаю, богато живут, наверное, да? Мне кажется, это правда. Много людей, каждый хочет как-то отдохнуть вот так вот. Сауна, это правда или нет? Я думаю, что это правда. Почему? Потому что этот город не в России, и, скорее всего, там с экономикой более лучше. Типа. А сауна это показатель хорошей экономики. Ну нет, да, это же. Это показание хорошей жизни. Ну да, брось. Большая же страна, поэтому. Нет. Поэтому нет, да, все-таки. На самом деле это полная правда. Там. Да что ты делаешь, чувак? Не бомби, нормально. Микян, Суомен Пакио. Как думаешь? Ну, Финляндия небольшая, 1150. Миллионов 15. Не знаю, наверное, в 3 раза меньше, чем в Москве. В 4. Ну, миллионов 4. Может быть, 7 миллионов. Ну, несколько миллионов человек, там, до 10, наверное. Миллиона 2-3. Ну, где-то миллионов 3. 3, 2-3. То есть, если в Москве 10, то там 3. Ну, страна все... Ну, ладно. Блядь, точно. Материться же нельзя, да? Paljonko maksaa suomalainen korkeakoulututkinto opiskelijoille? В Москве тут за 1 месяц 1015-20. Aika kallis kyllä. Вот kun keskipalkka on joku 20 000. 700-800 где-то. Да, где-то. Ну, где-нибудь так, да. Может, 250-300. Больше 100 тысяч долларов. 4 тысячи. Ну, может быть, 3 миллиона. Ну,
мне кажется, где-то 1 000 000. Ну, предположим, 20 тысяч евро. Мне кажется, 100. 100-150. Ja täältä näyttää ihmisten reaktiot, kun mä sanoin, että koulutus Suomessa on ihan ilmainen. Мы переезжаем. Обалдеть! Остановите планету, я сойду. Это прекрасно, это не то, что как у нас. Ученикам за то, что они учатся. Пойдем учить шотландский. Да. Это очень обидно, на самом деле, очень сильно. У нас даже денег на туалет нет. Типа почти. Потому что государство плачет на... Я еду за Финляндию, что я делаю? Я считаю по этому поводу, что Финляндия полностью опережает в этом плане Российскую Федерацию. Kuinka monta vuotta Suomi on ollut itsenäinen? 80 где-то приблизительно. Я не помню точно. Не знаю, пусть лет 300 будет, не знаю, 200. Какой 300? Хотя не знаю. Ну давайте так, 200 пусть будет. 200. Ну, лет 800, может, 1000. Я не знаю, нет, не знаю. Но. Сложный вопрос. Пример. Катя, помогай. Mikä on suomalaisten juomasuosikki? Водка. Пиво. Водка, которая Финляндия написана, которая. Ну точно не чай. И не кофе, хотя возможно. Может быть гринтвейн. Нет. Не знаю. Мне так в голову приходит кока-кола. Просто знаю, что пива там много, а какое именно, не знаю. Даже знаете, когда я угадаю, смотри, вино, чай, кофе, коньяк, вода. Мне кажется, все-таки это вода. Почему? Потому что воды довольно много в целом на планете, и ее пьют и взрослые, и дети. Ну точно не энергетик. Пиво, шампанское. Эсьон. Шампанское. Kerropas, kuka asuu Korvatunturilla? Finlandia. Joulupukki. Joulupukki? Hän on aivan oikeasti. Alin. Joulupukki? Нет. Сказочный персонаж. По-моему, это Дедушка Мороз. Или нет? Санта-Клаус. Дедушка Мороз. Дед Мороз. Санта-Клаус. Переводится как рождественский козёл. Что? Что? Joulupukki oikeasti käännetään näin. Niilotkaa nyt heti tän kanavan. Tästä tulee aika siisti sisältö. La 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 la. Mikä tää nyt äsken en oli nyt? Okei, tilatkaa vaan kanava, hei. Moro!